Президенту Вадиму Красносельскому вручат грамоту за вклад в развитие Тирасполя. Решение сегодня принял столичный горсовет. Так хотят поблагодарить президента за ремонт школ, детских садов, поликлиник и за Екатерининский парк, который появился в Тирасполе по инициативе президента. По сути, Вадим Николаевичем Красносельским была определена концепция данного парка. И мы вот видим по истечению 3 лет, с 2018 года, что на сегодняшний день Екатерининский парк можно назвать изюминкой не только столицы, не только города Тирасполя, а в целом всей нашей республики. Мы понимаем, насколько это непросто было реализовывать, особенно в тех условиях, когда началась пандемия, но тем не менее работы по реализации этого крупного масштабного проекта не заканчивались. Они и сейчас, скажем так, реализуются в той или иной степени. Есть планы дальше продолжать. Грамоту за развитие Тирасполя Вадиму Красносельскому вручат завтра в День города. Отмечать день рождения столицы будут в Екатерининском парке. И сегодня же столичные депутаты приняли решение наградить медалью к столетию Тираспольского горсовета Юрия Мещерякова. Бывший мэр Оренбурга и депутат Госдумы России, Мещеряков является вице-президентом Международной ассамблеи крупных городов и столиц СНГ. В пятницу он посетит Тирасполь и обсудит с городскими властями сотрудничество с этой организацией. Весной у нас создали Приднестровскую ассоциацию местного самоуправления.